Тумсо, видео заявление Адама Ильясова на хутбе про таухид заявил, что надо убивать тех, кто говорит про таухид. Кстати говоря, очень важная тема. Как вы знаете, бывают такие дискуссии. Есть люди, которые не совсем определились по поводу кадыровцев, по поводу их ислама. Есть те, кто считает их мусульманами. Я вот для таких людей хочу сейчас показать это выступление Адама Ильясова, заместителя кадыровского муфтия. Я сейчас переведу это его заявление на чеченском языке, послушайте. Халаш, шучуа таухид дуйч, та'воли, кит шейд душон шучуа. Иш бошон иш баймар, саллаллаху алейхи вассалам, тоба алиман каталахум ау каталуху, иш бай инчурн, церкер авельчун елстуни. Иш душон и джуэш гатич алейхсу элиш, шаррул халки вал халика, дейл халкна угар бюга бешбу элиш. Если кто-то у вас дома начал говорить о единобожии, говорит Адам Ильясов, о таухиде, то есть про таухид, знайте, что у вас дома появился шайтан. Аузу биллях, я прибегаю к Аллаху за защитой от подобного. Это настолько отвратительное заявление, но хвала Аллаху, который дает этим нечестивцам делать эти заявления, чтобы открывать глаза тем, кто был слеп до сих пор. Таухид, единобожие, это то, с чем приходили все пророки. Не было ни одного посланника или пророка, который пришел бы с чем-то другим. Все приходили именно с этим, с призывом к поклонению к одному лишь Всевышнему Аллаху и непредавание сотоварища Всевышнему Аллаху. Это миссия всех пророков и посланников. А Адам Ильясов, заместитель кадыровского муфтия, с трибуны, с минбара, с трибуны мечети, он говорит, если у вас дома кто-то стал говорить то же самое, что говорили все пророки, тот, если кто-то хочет эту миссию этих пророков у вас дома, до вас ее донести, вам ее разъяснить, если он просто заикнулся о единобожии, знаете, он говорит, что у вас дома появился шайтан. Есть еще какие-нибудь вопросы по поводу кадыровского ислама? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что это исчерпывающе. Если после этих слов кто-то будет еще что-то говорить, я думаю, с этими людьми вопрос понятен.